Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня у нас тема такая. Купили грядку. Вот такую металлическую, с покрытием, цвет вишня. 90 сантиметров ширина и 8 метров длина. Длину можно делать любую и покупать, потому что она из таких вот фрагментов состоит. Метровые вот эти вот железки. Эти метровые, а это 90, да, поперечные? Да, поперечные. Вот, 90 сантиметров. Ну, это пока стоит это. Да, но вот неровные, пока... Неровная поверхность. Да. А потом, но вот... все равно, вот муж собирает, пока я там суть до дела делала, он собирает, сказал, что хлипенькая. Как она будет у нас в эксплуатации, не знаю. Вот решили попробовать посмотреть. Купить такую металлическую грядку с покрытием. Красивую, вишневого цвета. Сейчас ее поставим. У нас там... На том месте грядка была 11 метров, но 11 мы не рискнули. Сделаем ее поменьше. В общем, вот такая вот здесь грядка. Но она была 1,20 м неудобная. Вот это что за фигня у нас была? Это ацеид. Ацеид. Вот. Ацеид тоже кусочками, тоже ни уму, ни сердцу. В общем, не знаем, какие грядки покупать. У нас много... Так, дружочек, ты тут что, со мной ходишь? Много грядок деревянных, но мы не покупали материал, еще от строительства дома оставался. Тоже ненадежно. Деревянные грядки быстро гниют. Вот так они у нас сделаны. Да, вон, покажи, что развалилось. Да, вон уже развалилось. Но все знают прекрасно, что дерево есть дерево, недолговечно. Вот. Вот такие грядки. Вот чеснок в такой грядке взошел уже озимой. Под зиму сажался. Проходы у нас широкие, 60 сантиметров, грядка 90. Вот такие вот тут у нас грядки. Ну, и в проходе лежит линолеум кверх ногами. Но все равно скользко. В общем, не знаю, что надо в проход. И думали мы, думали. Деревянные покупать тоже недешево. Дерево дорогое, доставка. Краску нужно, чтобы обработать, чтобы она хоть немножко там года 2-3 побыла. В общем, решили купить вот такую металлическую. Попробуем. Пока купили в теплицу 3 грядки, но там оцинкованные. И вот одну грядку. Да, на это оцинкованные просто покрашены сверху. Ну да, еще с покрытием. То есть, как бы они сказали гарантии 20 лет. Угу. Производитель. Ну, не знаю. Будем дальше покупать такие или что-то другое еще думать. Пока ничего не знаю. Вот эта грядка 8-метровая, 90 сантиметров ширины. То есть, вот я сказала, 8 метровых вот этих фрагментов. Шайбочки, болтики, все в комплекте. Перемычки вот такие, каждый, через каждый метр. Потом, что там, ножки. Да. Вот. В общем, вот это все вместе привезли нам вместе с теплицей. Мы переделывали поликарбонат, меняли. В общем, эта грядка 5340, что ли, я только что посмотрела, уже забыла. Вот, поставим ее на место, поэксплуатируем и расскажем, можно ли покупать такое или лучше не надо. Но лучше все равно ничего не придумаешь. Опять дерево или вот этот вот ацеид? Нет, труб. С каких труб? Ну, с металлических, но это будет стоить дороже. А, ну это... Ну, понятно. Так что вот... Сейчас посмотрим, поставим, покажу, как она будет. Так, ну что, вот сделали мы эту грядку, смонтировали, поставили ее, как бы сказать, уже на место.
поставили на место. Вот. Насыпали в нее земли, но здесь земля была, конечно, не доверху получается. Ну, вот так вот. В принципе, мне нравится. Только, конечно, все вот это вот мелкое муж собирал целый день. Получается, значит, грядка это 5300 там с чем-то, не помню. Ну, вот такая вот красивая получилась. Выбирали мы, выбирали. Думали, что нам на грядке. Но пока мы только заказали в теплице три грядки по 60 сантиметров оцинкованные, а сюда вот заказали крашеную. Решили попробовать, потому как все-таки у нас очень сыро, и вот такие высокие грядки мне нравятся. На них быстренько земля проветрит, просохнет, а так она будет долго мокрая. И дождик, когда проходит, она не стоит, вода. В общем, у нас высокие все грядки, лучше лишний раз полить, чтобы потом все корни гнили в этой. Вот мы ничего не сделали, ее теплую не положили, потому что вот все быстрее получается так. Некогда нам. Ну, а так, выгодно или невыгодно, как говорят мои соседи, их сейчас нет, не услышат, что сколько можно купить всего на вашу теплицу, на грядки, на такие красивые. Сколько можно купить продукции. Ну, вообще, получается, магазины сами знаете, какое. Хочется все-таки свое, натуральное. Конечно, если сажать лук или картошку в такие грядки, то это совсем не дело. А если посадить клубнику и собрать 2-3 ведра, все-таки клубника дорогая, 300-350 рублей килограмм. Детишки будут кушать свою. За, как производитель говорит, 20 лет эксплуатации она будет. Но она тогда окупится. Но будет ли она 20 лет? Ну, хотя бы половину, лет 10. Потому что деревянные грядки 2-3 года. У нас это уже пройденный этап. Деревянные. И вот из шифера, из этого ациита, из волнистого, из ровного. Все это ерунда. Все это не то. Ну, конечно, вот муж сказал, что таких денег она не стоит. Хлипенькая, перемычки худенькие. Ну, что делать? Лучшего ничего мы не придумали. Если у вас какие-то другие грядки, хорошие, красивые, надежные, долговечные и недорогие, пишите мне в комментариях. Будем в следующий раз покупать и рассказывать про другие. А пока разорились вот на такую. Еще будем в теплице просто простые оцинкованные грядки собирать. Тоже все покажу. Все. Всем пока!